Привет. Вот, наконец-то я смогла записаться по поводу песни. Классно все выглядит. Единственные моменты, мне кажется, получается экспрессивно, когда очень много резких движений у тебя прямо особенно подряд. Ну или просто медленно-медленно, прям резко. Ну вот я бы немножко поспокойнее. Либо сам поворот помягче, как-то мягче закончила. Музыка не такая все-таки резкая, помягче. Вот. А в начале, когда ты вот это все сделала спиной, первое сделай, ну, я бы предложила сделать плечом, потом, а второй раз уже бедром, как вот у тебя было. Вот. Мне придется подсматривать, я тут все не помню. Сейчас лучше все-таки. Как-то я вот забыла. Вот этот выпад, еще бы третий вперед и поворот. Ну, закончить такую фразу, чтобы она была закончена. Ты сделала сюда, там сюда, сюда. Ну, а следующую вперед и с какой-то затяжкой и поворот. Она, мне кажется, получится более чувственной. Потому что, ну, вот эти качалки, они у тебя уже там часто встречаются. И еще здесь немножко разбивают схему. Дальше ты идешь волной, вот это, да, и вот эти руки, ну, очень-очень резко и очень много. Либо, ну, я бы в два раза укоротила их. То есть, если их оставляешь, то вот один раз. Либо, если хочешь быстро, то какие-то более мелкие движения там, плечами. Так прям как будто ты плывешь сильно-сильно в размашку. Так, дальше. Вот тоже вот рисковато смотрится для нежной песни. Ты, конечно, со мной можешь не согласиться. Классно. И вот эти резкие повороты, как-то поленивее. Да, вот бедра. Побольше повернешься диагоналями, будет поинтереснее. Сюда, сюда. Ты это по кругу, когда пошла. Поворот. Раз, два, три. Поворот. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И здесь бы я сделала вертикальную восьмерку, а потом ее в бочку перевела. Почему? Потому что поворот, поворот, поворот. И еще потом поворот много. И они уже были раньше много. И все-таки. И новая тема. Ну, либо вертикально, вертикально, один поворот. Ну и соскок со спиной, если хочется спецэффекта, с юбкой. Не просто его сделать, а сделать прям вот. Можно вот так вылезть. Ну, серия Мицкевич, да? С юбкой. Ну, и тоже можно держать. Ну, как вариант. А вот эти вот выпады не хочешь сделать с ударом? Ты, получается, сейчас как будто падаешь. Легкий такой ударчик. Подумай.
здесь вот опять пошла. А, ну, для разнообразия. Сейчас. Арабес. На себя. На себя. Раз, два. Ра-та-та-та-та. Тоже для разнообразия. Ну, вот это было уже. Ну, по теме затяжка. Ну, то есть раз, два. Ну, серия вот этих всех штук. Можем даже с ногой, а потом ее мягко распределить и руки распределить по себе. И арабески буду тирать. Может быть, сделать все-таки их не полные, не 360 градусов, да, а сделать и вот это мягко отойти, переход. Раз, мягко отойти. Тоже они будут помягче, не такие резкие, но тоже стремительные. То есть, ну, 270 там, градусов сделать. И в диагональ. Вот ты делаешь со спины, если, да? Раз, раз, два. Потом довернулась опять лицом. Раз, раз, два. И там что-то еще. Ну, здесь я по рисунку, там в стороне потом остаешься. Все-таки арабеск, сюда, арабеск. А, вот эти та-та-та-та-та-та-та. Ну, допустим, это та-та-ра-ра-ра. В другую сторону. Раз, та-та, та-та-та, раз, та-та. Там, грудью. Ну, какую-то тряску сделать. Переходом. И арабеск такой вот как раз получится. И спиной останешься по центру тогда. Подумать над этим. Ну, что в сторону не уходить. И здесь вот как бы будут арабески. Арабески логично туда. Сделала там здесь тряску. Сюда сделала. Здесь сделала тряску там такую. Либо грудью. Ну, какой-то протрях. А потом уже покрутилась назад. Вот тут я симметричность люблю. Примотала себя. Девочка. И без пары вес. Потянулась. Разрядное движение. А вот здесь на трясках плечами делаешь,
Еще вариант, допустим, бедрами. Так, по-египетски тоже получится. Мягко-мягко. Допустим, у тебя там две таких части. Одну часть плечами, а вторую часть акценты на бедро. Там как раз чик-чик-чик-чик. Ну а в конце, когда уже кончилась музыка, поцелуи, ну не просто махать, поцелуи, или во время вот этих уходов, поцелуи, а потом выходить. Ну либо здесь, когда уже машешь рукой, отошла, и поцелуй. Раз, два, помахала, а потом только ушла. Ну, если не сразу уходить, непонятно, что ты прощаешься. Такая танцевала, музыка осталась, а ты уходишь. Можно постоять, например. Ну, вот такие вот какие-то у меня возникли предложения. Подумай. Пока.